Приветствую всех сегодня на канале, и сегодня будем делать из этой Нивы вездеходную. Так, в принципе, у нас не в таком уж плохом она виде. Так, снимаем раздатку. Купил я ее в среднем состоянии. Как видите, проблем основных особо таких нету. То есть, очень ремонтопригодная машина у нас. Так, снимаем передние колеса. И так, передние амортизаторы и передний мост. Я не знаю, зачем я снимал, ладно. Но вроде у нас передний мост отдельно снимается. Так, устанавливаем колеса. Так, и зря я, наверное, это сделал, ну ладно. Так, переходим к внешке. Убираем все и вся, потому что у нас основание в плохом состоянии. Так, убираем крылья. Заднюю стенку. Так, крышу. Передние крылья. Весь перед, передний бампер. И дошли до основания. Так, основание у нас вполне нормальном виде. Так, ремонтируем его и потихонечку собираем. Собираем перед. И давайте покупать теперь. Передний бампер вездеход купим. Так, и так, что нам еще нужно? Так, и покупаем обвес вездеходный. Передние крылья и задние крылья. Так, что у нас еще? Покупаем лестницу. Багажник на крышу. Шноркель, запасное колесо, вездеход. Нам понадобится ребенка и, не знаю, задний спойлер нам не должен понадобиться. Так, устанавливаем потихонечку новый обвес. Так, и закручиваем багажник на крышу. Так, устанавливаем заднюю крышку, заднюю панель. Так, задний бампер. Так, что у нас дальше? Дальше устанавливаем. Так, это мы не можем установить еще. Устанавливаем лестницу. Задние. Так, устанавливаем передний бампер. У нас щитком идет. Устанавливаем лебедочку. Так. Передний бампер мы не можем установить. Устанавливаем двери. Угу. Капот. Другая дверь. И осталось у нас установить стекла. Угу. Стекло нельзя установить. Так, чего у нас не хватает? У нас не хватает интерьера. Давайте попробуем отремонтировать этот. Угу. Но у нас есть целый интерьер. Ставим. Так, переходим к покраске. Хром. Яркость. Давайте у нас будет какой-нибудь оранжевый. Нет, это слишком ярко. Вот. Идеально подходит. Давайте теперь покрасим. И переходим к покраске лобового. Нет, диски вот черный у нас. И лобаш у нас, как всегда, прозрачность на 13 и яркость на минимум. Все. Так, теперь давайте посмотрим, как это будет выглядеть на улице. Так, поднимем. Угу. Так, переходим на автодром. Вот так вот выглядит наша Нива. В принципе, неплохо.